Системы управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием – это подсистемы, которые в широком понимании предназначены для управления климатом в помещениях умного дома. Существует большое количество разнообразных приборов и схем для организации отопления, кондиционирования и вентиляции в доме. Термостаты и терморегуляторы – одна из важнейших категорий устройств управления климатом. Сначала термостаты были механическими, потом стали электронными, обзавелись индикаторами и дисплеями. В настоящее время термостат представляется как высокоинтеллектуальное устройство, реализующее в составе умного дома такие функции, как обеспечение оптимального энергопотребления и комплексное управление под системой отопления. Большое количество условий применения делает подбор термостата для использования в составе умного дома нетривиальной задачей. Пользователю приходится учитывать не только, как данный конкретный термостат может взаимодействовать с другими устройствами, но и какие контуры управления он будет использовать для взаимодействия с исполнительными приборами системы отопления и кондиционирования. Различают высоковольтные, низковольтные и беспроводные термостаты. В большинстве термостаты являются универсальными приборами и выпускаются производителями по всему миру без привязки к конкретной системе от конкретного производителя. Умный дом может справиться с управлением любыми приборами отопления. Главное, чтобы у системы управления была возможность доступа к соответствующим регулирующим узлам, которые осуществляют установку режима отопительного прибора. Существуют приборы отопления, в которых блок электронного регулирования и беспроводные интерфейсы уже встроены самим производителем. Они сразу готовы подключаться к системе умного дома. Или сами являются системами в себе управляемыми через специальное мобильное приложение. Кондиционеры и системы вентиляции всегда стояли особняком среди других приборов для домашней автоматизации. Туда они пришли из сферы бизнеса и промышленности.
Позже на рынке появились смарт-кондиционеры со встроенными беспроводными интерфейсами с управлением через мобильное приложение. Одновременно с кондиционерами развивались и автоматизированные системы вентиляции, которые в более или менее влажном климате оказываются даже нужнее и востребованнее, чем чистые системы кондиционирования. Когда речь идет о построении комплексной системы автоматизации, котлы и прочее отопительное оборудование включаются в нее в виде черных ящиков, основная задача которых – стабильно выдавать теплоноситель определенной температуры. Систему управления климатом невозможно представить без датчиков и устройств мониторинга, которые должны следить за текущими значениями температуры, влажности и других показателей в помещениях умного дома. Измерители температуры и влажности – важнейший компонент систем отопления, охлаждения и вентиляции. С их помощью умный дом узнает о том, в какое помещение добавить тепла или холода, где включить увлажнитель воздуха, а где наоборот.
Используя измерители шума, умный дом может вовремя среагировать на изменения обстановки, закрыть окна, шторы, изменить режим работы вентиляции. Детекторы и измерители концентрации моноксида углерода размещаются в тех местах, где появление этого газа наиболее вероятно. Аналогичным образом работают детекторы других опасных газов и органических испарений. А детекторы дыма и продуктов горения пластмасс могут извещать систему умного дома о признаках пожара. Технологические датчики, как правило, скрыты от взгляда пользователя, но их количество в системе может даже превышать количество комнатных датчиков. Системы отопления, охлаждения и вентиляции часто используют жидкий теплоноситель. Для его доставки необходима соответствующая инфраструктура и насосное оборудование. Встраивание гидронасосов в системы управления умным домом позволяет достичь большей гибкости управления и требует иного подхода к построению самих цепей управления. Электротермические головки обеспечивают открытие или закрытие вентиля в зависимости от поданного на них напряжения.
Сервопривод – электрический мотор, который перемещает клапан вентиля, и его использование предполагает более очевидный и дорогой способ управления вентилем, чем при использовании электротермических головок.